На фоне эпидемиологической ситуации обмен опытом между странами поможет быстрее справиться с коронавирусной инфекцией. Так, группа из 40 российских врачей накануне прибыла в республику, чтобы оказать помощь в лечении больным COVID-19 и поделиться приобретенным опытом. С самого начала эпидемии наши страны сотрудничают. Россия по просьбе Узбекистана направила тест-системы на 140 тысяч исследований. Узбекистан тоже оказал важную помощь, направил в Россию гуманитарный груз, медицинские маски, марли. Мы очень ценим эту помощь. Наши страны не первый раз подставляют друг другу плечо, а сотрудничают. На помощь приехали специалисты федеральных медицинских центров России, а также из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана. Это анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи, эндокринологи и врачи-терапевты. В течение месяца российские врачи будут совместно работать с узбекскими специалистами, оказывая практическую методическую помощь не только в столице, но и в 6 регионах республики. Мы надеемся, что, в общем, сможем помочь и врачам в Узбекистане. То есть весь тот опыт, который мы накопили при лечении таких пациентов в России, мы постараемся передать его здесь, ну и вот посоветовать, посмотреть. Я думаю, что мы и себе много такого полезного приобретем для лечения таких пациентов. И этот опыт будет доступен практически в каждой больнице Узбекистана. Будем надеяться, что сотрудничество принесет результаты и положительно скажется на ситуации в стране.